Саженцы пиона древовидного Red Wisping, Пайн древовиднее Red Wisping, относятся к декоративным красиво цветущим многолетникам. Подходят для озеленения приусадебных участков и создания живых изгородей. Пион предпочитает расти на богатом хорошо дренированном грунте и солнечных участках. Высота кустарника достигает 1,2 метров. Листья крупные, насыщенного зеленого оттенка. Соцветия распускаются в мае и цветут около 2 недель. Цветки вишневого оттенка с белыми и светло-розовыми вкраплениями. Очень крупные, в диаметре достигают 20-25 сантиметров. Пион древовидный Red Wisping – это многолетнее растение высотой 120 сантиметров. Пион прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Цветок окрашен в красный, белый, розовый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.